Мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов, политических, разных. Это как вас зовут? Юра Шевчук. Юра, это провокация. Провокация. Мой помощник не мог вам позвонить. По поводу марша не согласен. Да. Есть определенные правила. Они, эти правила, предусматривают, что такие мероприятия регулируются местными властями. Если вы решите провести марш не согласно, скажем, в больнице, где будете мешать, где будете мешать детям, скажем, больным, кто вам позволит там проводить этот марш? Если я вижу, что люди вышли, и не просто, чтобы побазарить, так, и, значит, попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки, на которые власть должна обратить внимание, что же здесь плохого? Спасибо надо сказать. Знаете, что хочется сказать? Во-первых, хочется поблагодарить, что вы сегодня с нами.